«Дай почитать». Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Поверьте, ни один человек не сможет пройти мимо этой прекрасно изданной книги «Мумии. История бальзамирования». Автор Кэрри Логан Холлихэн. Перевод с английского. Впечатляющие фотографии, подробное описание. Сразу скажу, что это не некрофилия. Нельзя забывать об уважении. Уважать следует и мертвых, и живых. Автор подчеркивает, что археологи, с которыми она познакомилась, пока работала над книгой, с глубоким уважением относятся к предмету своих исследований. Вот как отзывается о своей знаменитой находке «Мертвая царевна» Наталья Полосьмак. То, что я ее извлекла из земли, налагает на меня ответственность очень тревожную. Хотя мы все знаем, что бессмертна душа, а тело только оболочка, тем не менее всегда возникает чувство тревоги, жалости и грусти. Это случилось около 400 года до нашей эры. В плоскогорье Урок, суровый край у Алтайских гор, хоронили прекрасную и любимую принцессу. А вот извлекли ее в 1990 году группа археологов под руководством доктора исторических наук Натальи Полосьмак. Отыскала курган. Верхнее захоронение было разграблено, но ученые нашли погребальную камеру в куске льда. Сейчас алтайская принцесса покоится в охлажденном саркофаге в Национальном музее в Горно-Алтайске. Целая глава в книге посвящена болотным людям, захороненным или случайно погребенным в торфяных болотах. Человек из Линдоу, человек из Гроубали, девочка из Иде очень впечатляет посетителей музеев семейства Орловиц. Михаил Мельник – муж, Вероника – жена и их трехлетнее дитя Йоханнес. Но, пожалуй, самой впечатляющей находкой можно считать госпожу Дай, так называемую живую мумию, найденную в Китае в 1971 году. Прекрасная сохранность тела, шелка, знамен, утвари, пищи. Есть раздел в книге и о мумиях Ленина, Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна и других. Книга Кэрри Логан Холлихэн удивляет подробностями, детализированностью, деликатностью и профессионализмом. 12+. «Дай почитать».